Мне повезло работать с настоящими музыкантами. Все они представители петербургской композиторской школы. Эта школа со многими гранями. Ее представляют личности настоящих музыкантов и художников. Это и Дмитрий Дмитриевич Шостакович, и Сергей Сергеевич Прокофьев, и Николай Андреевич Римский-Корсаков, и даже Петр Ильич Чайковский, наш коллега, он закончил Петербургскую консерваторию. И, конечно же, это поколение музыкантов второй половины 20 века. Евлахов, Салманов, Слонимский, Тищенко, Фалик, Мнацеканян, Успенский. Все эти композиторы составляют славу и достояние российской музыкальной культуры. Мои молодые коллеги пишут живую, яркую, современную музыку. Она интересна тем, что заставляет слушателя задуматься, что же происходит в мире на самом деле. Средства массовой информации пытаются нам навязать свой сценарий событий, которые происходят вокруг нас. А вот настоящее искусство всегда остается искренним. Вот как раз за это я люблю и уважаю моих коллег.